твоему Богу. Всем пока!
ангелов еще сильно нашего Бога. О, Ты достоин, Отец! Вся слава лишь Тебе, великий Бог. И пусть все дела дьявола сегодня будут разрушены, аминь. И пусть просто слава Божья явится на твоей жизни, аминь. Пусть слава Божья явится на твоей жизни, дорогой телезритель, дорогой брат и сестра. Если ты смотришь нас сейчас, Бог приготовил свою славу в твоей жизни сегодня. Это правда! Аллилуйя! Давай прославим громко Бога! Аллилуйя! Слава тебе, Иисус! Мы готовы громко славить нашего Бога. Когда я вспоминаю все милости Твои, Ты спас меня от смерти, простил мои грехи. Когда я вспоминаю все милости Твои, о, Ты спас меня от смерти, простил мои грехи. Я искуплен, я искуплен, я искуплен, я искуплен. Милости Твои, Ты спас меня от смерти, простил мои грехи. Когда я вспоминаю все милости Твои, о, Ты спас меня от смерти, простил мои грехи. Я избавлен, я избавлен, я избавлен, я избавлен. Божью благодать, скажите, как могу я на месте устоять? Когда переживаю я Божью благодать, ну скажите, как могу я на месте устоять? Я танцую, 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 я танцую. Я танцую, я танцую, я танцую, я танцую, я танцую, береги. Аллилуйя! Мы славим Тебя, Иисус! Мы танцуем перед Тобой! Прославляй своего Бога! Громко и сильно! Отвечайте. Аллилуйя, 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 Господу. А давайте еще, у нас тут есть друзья из Германии. Аллилуйя, аллилуйя. Они сейчас нам споют. Аллилуйя, 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 Господь. А ну еще. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
еще аллилуйя, все вместе. Аллилуйя, 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 Господи. Маркус. Аллилуйя, 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 аллилуйя. За то, что ты исцелен, воздай Богу славу! Аллилуйя! За то, что ты здоров, крепок, силен, ты в церкви, воздай Богу славу! Дорогие телезрители, воздайте громко Богу славу сейчас! Аллилуйя! Аллилуйя! И ты знаешь, Божье Слово говорит, что ты спасен, ты исцелен. Ты веришь в эти слова? Аминь. Аллилуйя. Давай сейчас будем петь эту песню с таким осознанием. Ты как сейчас будешь пророк в свою жизнь. Аминь. Бог сказал, что я спасен. Бог сказал, я исцелен. Бог сказал, свободен я. Скажи, я свободен. Есть победа у меня. Чьим словам поверишь ты? Чьим словам поверишь ты, скажи, я буду верить слову Господа. Еще, чьим словам поверишь ты, я буду верить слову Господа. Чьим словам поверишь ты.
спасен. Бог сказал, я исцелен. Бог сказал, свободен я. Есть победа. А теперь давайте вместе. Сказал, что? Бог сказал, я. Бог сказал. И? Есть победа. Аминь. Еще Бог сказал. Бог сказал, что? Еще. Бог сказал, я. Бог сказал. Ты веришь в это? Есть победа у меня. Еще. Бог сказал, что я спасен. Бог сказал, я исцелен. Бог сказал, свободен я. Есть победа у меня. Что Бог сказал? Бог сказал, что я спасен. Бог сказал, ты веришь в это? Исцелен. Бог сказал, свободен я. Есть победа. Еще смотрим Бога. Скажи. Аминь. Чьим словам поверишь? Я буду верить слову Господа. Чьим словам поверишь ты, ну? Я буду верить слову Господа. Еще. Чьим словам поверишь ты? Я буду верить. Бог сказал, что я спасен. Здесь огонь. Здесь свобода. Присаживайтесь, дорогие друзья, дорогая церковь. Мы приветствуем всех вас, дорогие телезрители, по всему миру. В разных уголках этого мира, странах, городах. Вы сегодня подключаетесь через так много каналов уже YouTube. Слава Богу! Слава Богу, когда церковь Иисуса Христа, она реально проповедует Евангелие. Слава Богу! Сегодня наши сердца, они наполняются ожиданием. Сегодня наши сердца, они наполняются ожиданием великого всемогущего Бога, который грядет с чудесами, знамениями, ответами для каждого в нашу жизнь. Амен! Дорогие друзья, церковь, хочу поделиться с вами свидетельствами. Люди, они пишут, рассказывают, делятся о том, как Бог движется, знаете, просто благодарят Бога, свидетельствуют о том, что они пережили, свидетельствуют о той радости, знаете, на каждой просто даже написанном сообщении реально атмосфера. И ты читаешь, ты так вдохновляешься. Вот, к примеру, слава Богу и спасибо пастору за молитву. У меня свидетельство, это сестрички, сестричка пишет за домашнюю группу с апостолом.
На прошлой неделе в четверг я заболела, у меня было 2 дня температура. После чего в воскресенье я обнаружила, что совсем потеряла обоняние. Совсем никаких запахов не слышала. Сегодня утром еще не слышала запахов. Но сейчас, во время молитвы, пастор говорил слово знания про очищение носа, гайморовых пазухов. И я почувствовала, как у меня стало что-то происходить в носу. И через минуту я решила проверить. Я начала слышать запахи, слава Богу, дорогой пастор! Это не все. Что еще пишут? Спасибо за такую мощную домашечку, дорогой апостол. Сегодня такое важное слово для себя услышала. Я вооружилась, чтобы защищать своих будущих детей. Спасибо тебе огромное за твой труд, пастор. Твои наставления дороже золота. Пусть Бог щедро наградит тебя крепким здоровьем и благословениях во всех сферах жизни. И вот еще пишут, домашечка классная сегодня была. Апостол такие вещи говорил, просто вау, нигде этому не учат, никогда не слышала раньше. Столько наделали делов из-за незнания, будучи верующими даже. Но слава Богу за нашу церковь и такое учение, слава Богу за смелость, которая есть у апостола говорить такие моменты. Истинная молитва освобождает нас. Спасибо за эти домашние группы, за эти 4 недели. 4 домашние группы за детей. Ожидая следующие 4 недели за семью. Порядок приходит в наши семьи. Можно сказать громкое «Аминь». Три недели назад начались домашние группы. Сейчас нас уже много. Онлайн с разных городов, из Германии. Сегодня было 3 новых женщины. Так здорово, что мы есть друг у друга. И здорово, что апостол нас учит. И за молитву спасибо. А вот еще одно. Я вот буквально читаю то, что нам присылают в колл-центр. Вот просто люди делятся, да? Меня зовут Сергей Ярошенко. Сегодня на домашней группе получил мгновенное исцеление, о чем сразу засвидетельствовал всем, кто находился рядом. Я упал на ступеньках, и врач запретил мне двигаться. Прописала постельный режим. Я не мог даже руки поднять до уровня груди. Очень сильная боль. Но несмотря на это, я собрался с силами и приехал на домашнюю группу. Во время молитвы со мной происходили странные вещи. Когда апостол молился и сказал, кости укрепляются, мое тело все горело изнутри, ноги отнимало и не мог произносить молитву, губы онемели. Я не понимал, что происходит. После молитвы я поднял руки вверх и начал двигать ее в разные стороны, что сам удивился. При этом боли больше не было. Я благодарю Бога за исцеление. Благодарю за то, что несмотря ни на что, мне сказали врачи не подниматься с кровати. Бог дал мне силы и мудрости все-таки прийти на домашнюю группу. И люди пишут. И знаете, у нас есть сестричка с Киргизстана по скайпу. А можно нам сейчас вывести? Она тоже хочет засвидетельствовать. У нее очень интересное свидетельство. Привет! В 2014 году я работала в России, и я... В одно время начала у меня правая рука болеть сильно. И с 2014 года у меня правая рука постоянно тревожила, всегда боли были, в непогоду всегда боли были. Я не могла свободно двигать руками, не могла поднимать вверх руку. И я думала, что это навсегда останется, что это боль у меня, как, что рука моя до старости лет, я думала, что она будет болеть у меня. И как-то во время домашней группы с апостолом я ждала, когда я, ну, как бы,
как Дух Святой ко мне, как бы, как Бог коснется меня. И в этот день был, у нас тоже в Бишкеке домашняя группа была. И во время этой домашней группы мы уехали в горы, и нелетная погода была, и у меня сильная рука болела. И я в это время, когда домой вернулась, я включила вот, интернет домашнюю группу и слышала, слушала и ждала как бы слово, касающееся меня. И Бог меня коснулся, и моя правая рука больше не болит. Это чудо. Просто словами не описать. Вот у меня. Я свободно поднимаю руки. Слава Богу! Мы так рады за тебя! 7 лет эта проблема была у тебя. Да, 7 лет. Вы представьте себе. Молодая девушка страдала. Она не могла двигать этой рукой нормально. Когда перемена погоды была, холодно, там начиналась сильная боль. Одна молитва на домашней группе у апостола все изменило. Ты благодарна Богу? Конечно. Благодарна Богу, благодарна нашему апостолу за молитву, за всех вас, за вашу молитву. Класс. Да. Спасибо тебе, что ты свидетельствуешь сегодня. Спасибо. Мы очень рады за тебя. Просто это настоящее чудо. Вот представьте себе, дьявол, он, знаете, пытается связать людей какими-то болезнями, травмами. Дьявол пытается наложить, да, вот это вот в клетку поместить, в какие-то ограничения. Но Бог никогда не планировал этого людям. Бог никогда не планировал боль и страдания людям. И сегодня мы свидетели с вами, очевидцы всех этих чудес, когда Дух Святой, Он движется через молитву апостола, исцеляя людей по всему миру. И как мы видим, это особенно происходит на домашних группах у апостола. Вот за домашечку сейчас надо сильно Бога прославить. Также я хочу сейчас еще представить вашему вниманию анонс следующей домашней группы. Давайте посмотрим, на какую тему будут следующие 4 домашних группы. Внимание на экран. Ты чувствуешь себя одиноким, будучи в браке? Нет той любви, которая была прежде. Есть ли выход? Я разрушаю родовое проклятие, одиночество, развода, духи нечистой ненависти, обиды, смерти. Сейчас же я изгоняю вас вон. Нет больше тебе места, дьявол. Злые духи! Вон, я сказал! Вон, войди, сказал! Вон, я сказал, войди! 16 сентября, 19:00. Апостол Владимир Мунтян. Существуют родовые проклятия на семье. Проведет домашнюю группу на тему. Проклятие отверженности, проклятие унижения, ненависти, обиды. Когда все это появляется в жизни каждого из нас, что-то есть. И представьте, что именно семья – это единственное место на земле, где вот эти два проклятия сталкиваются. Разрушение одиночества в браке. Информация по телефону 067-550-3424 или 0800-211-531. Дорогая церковь, сегодня, читая комментарии всех тех, кто участвует в домашней группе, всех, кто находится на домашней группе у апостола, читая их сообщения, слыша их восторг, видя то, как они свидетельствуют каждый раз, они свидетельствуют,
как Бог к ним прикоснулся, что годами они были в проблемах, и Бог пришел, избавил, забрал эту проблему. И знаете, сегодня, когда Бог он вложил в сердце апостола проводить домашнюю группу на тему семьи, что бы ни происходило в твоей семье, сегодня ты должен знать, верою надо принять это решение. Бог, Он сильно благословит тебя в семейной сфере. Он сильно посетит твою семью. Все, что там натворил дьявол, придет Бог и выкинет его из твоей семьи. Потому что ты сегодня на домашней группе у апостола. И все будет хорошо. Аминь. Разрушение одиночества в браке. Семья – это очень серьезно. И Бог, Он уже вложил это благословение для каждого из вас, для вас, дорогие телезрители, в сердце апостола. Поэтому, если кто-то еще до сих пор не на домашке у апостола, срочно звоните в колл-центр, срочно пишите. Вас добавят сегодня же на домашнюю группу, и вы будете участниками этих молитв. Вы будете участниками этого Божьего проявления. Невероятная мудрость, она исходит, когда учит апостол. Дайте еще Богу славу. Я хочу на эту сцену пригласить сейчас Ирину и Сергея. Вот брат с сестрой, они сейчас будут свидетельствовать. У нас в прошлое воскресенье апостол, он учил нас с вами о том, как, знаете, на самом деле приходит в жизнь человека истинное благоволение Божье. И он назвал очень важную причину Божьего благоволения к человеку. Он назвал самое важное, что может быть. Это, знаете, выше этого нету причины Божьего благоволения. Это спасение людей. И апостол, он поделился с нами посланием. И мы с вами, мы записали списки. И знаете, вот одна сестра, когда она услышала учение апостола, она написала нам, и она сразу засвидетельствовала. Я хотел бы сейчас прочитать это свидетельство и затем послушать Сергея и Ирину. Всем доброе утро. Хочу каждого из вас вдохновить сегодня своим свидетельством за списки. Перед моим покаянием был некоторый процесс, который проходил в моей жизни. И когда мой отец пришел первым в церковь, в этот момент церковь уже активно двигалась в молитвенных списках. Когда папа приходил ко мне на посещение, рассказывал мне о воскресении мертвых и невероятных чудесах, которые Бог совершает в церкви. Но кроме моего непонимания, непонимающего взгляда и моего игнора, ничего не видел. И тогда они решили всей домашней группой усиленно молиться за свои списки и не общаться со мной пока вообще, так как последний раз мой с ним разговор был очень категоричным относительно церкви. И вот тогда Бог двинулся. Когда моя жизнь пришла в такой тупик, что выход был только один – через окно. И я помню, как ко мне на память пришла легкая мысль. «Пойди, сходи туда, куда звал тебя папа. Просто пойди посмотри, и все. А вдруг поможет?» Я понимаю, как я встала с колен, так как я молилась перед своей любимой иконой, и в моем сердце зародилось маленькое зерно надежды. Точно так, как горчичное зерно. Я с той пятницы не могла дождаться, когда наступит воскресенье 14:00. И когда я пришла,
Тогда на служение я ничего не помню, но я помню только о своем покаянии и рождении свыше. В тот момент мой папа не мог поверить своим глазам, когда увидел меня на сцене. Я была в первых рядах уверовавших тогда. Мы не общались с ним больше месяца. Он просто был в шоке, насколько Бог сильно явил свою славу. Они тогда подошли ко мне всей домашней группой. И я была настолько родной, и через эти молитвы, что я сильно почувствовала, как будто я знала этих людей всю жизнь. И с этого момента начался мой путь в Боге. Скоро будет 15 лет. И когда я услышала о молитве за списки, я точно знаю, что это очень сильно, и я этому плод. Знаете, дорогая церковь, это, конечно, сильно вдохновляет. Эти списки — это не просто записанные имена людей на листке бумаги. Эти списки — это чьи-то жизни, это чьи-то судьбы. И сегодня, когда мы их пишем и молимся за эти списки, молимся за этих людей, размышляем о них, Дух Святой сегодня, Он движется. Он движется через эти молитвы. Он движется сегодня через наши сердца, оживляя этих людей, приводя их ко спасению. И знаете, вот Сергей, ты тоже написал в это воскресенье список по слову апостола. Что происходить начало? Добрый день, церковь. Да, ровно неделю назад здесь я сидел в зале, когда апостол вышел, начал говорить о списках. Я сразу взял блокнот свой, сразу начал писать, попросил Бога, говорю: «Бог, давай мне этих людей», я начал писать. И уже на следующий день чудо уже начало действовать. Это уже по слову апостола, оно начало уже работать. Мы на горе, молимся. У меня товарищ появился, новый товарищ, я его приглашал уже буквально раз в пять сюда на храм, чтобы он приехал. Он здесь в Киеве живет, бизнесмен, молодой парень. Ну, ни в какую он. Я его приглашаю, он соглашается, но никогда не приезжал. Понедельник звонок. «Сережа, ты где?» «В Киеве». Я говорю: «Ну, не в Киеве, но рядом». Он говорит: «Где?» Я говорю: «На Люте же. Можно я к тебе приеду?» Я говорю: «Ну, конечно, если надо, пожалуйста, всегда, всегда за». Он говорит, он приезжает. Звонит, я на месте, я говорю: «Я буду занят еще час, я подожду, все нормально». Час меня ждал, мы помолились, я выхожу, обнялись, поговорили. Говорит: «У меня есть проблема, пошли прогуляемся, поговорим». Я его выслушал, он минут 40 рассказывал мне там свои дела. То есть сейчас человек просто, ну, человек при деньгах, все хорошо, у него квартира, все, бизнес. Но зашел в такую депрессию, говорит: «Сережа, я неделю уже не мог выйти на улицу. Такая депрессия пришла, и я понимаю, что мне мысли пришли, что мне нужно найти тебя». Он находит меня, изливает душу, я за него помолился, провозгласил его жизнь, правильные вещи. Ну, там еще моменты были, мы обнялись. Все, сказали: «Давай, приезжай». Я ему говорю: «Приезжай, если надо, еще будет». Я только зашел на базу, мне смс-очка приходит. Он говорит, он пишет: «Сережа, спасибо тебе большое. Я такой мир в сердце не переживал уже очень давно. Так настолько спокойно, настолько хорошо». И говорит: «Я знаю точно, что это сам Бог привел меня к тебе. Потому что, говорит, может, был бы какой-то другой момент, я бы не приехал. А это, я говорю, знаю, что это был Бог». Аллилуйя. Вау, вы представьте себе, невозможно было просто, казалось бы, привлечь человека, но сегодня он пишет список, и этот человек сам его ищет, и говорит: «Точно Бог, это точно Бог, уже Дух Святой, Он уже работает с этими людьми, с каждым записанным в списке, Дух Святой, Он уже производит свою работу». А я знаю, еще один человек из списка тебе начал контакт. Это был понедельник, а это в среду уже. Наш домашечка, но я рассылаю ссылочки. Там есть пару человечек знакомых, которым я рассылаю ссылки. И я буквально пару раз тоже посылал ссылочку.
брату, своему троюродному брату, которого не видел уже 10 лет. Он во Львове, сам он врач-ортопед, имеет свою клинику, серьезный такой дядька. Я ему отсылал эти ссылочки всегда, он никогда не реагировал. Никогда не реагировал, не отписывался, не отзванивался, ничего не было. Этот раз ему послал ссылочку, он пишет смс-ку мне. «Сережа, я за тебя очень рад, что у тебя все хорошо, но не нужно мне присылать это, знаешь». Я ему пишу, ну, а почему это? Ну, не надо мне Мунтяна присылать. Я говорю, а если бы я тебе это написал бы? Это вообще ты пишешь мне? А ну, скинь-ка мне номер телефона. Я ему скидываю номер телефона, он мне перезванивает. Сережа, это ты? Я говорю, Саня, конечно, да, мы поговорили. 10 лет не виделись, брат троюродный. Не виделись. Начали разговаривать о том, о сём. Он говорит, а я не против вашего Мунтяна, говорит. Я, если честно, ну мы уже так разговорились, он же открылся, говорит, я, если честно, когда у меня была депрессия, у меня был долг, много сотен был долг, я ночами и выпивал, и я увидел этот телеканал ваш, и я этого Мунтяна смотрел, и он мне реально помогал, понимаете? Я вышел, говорит, с депрессии, по его слову. Я не имею ничего против него, говорит, ну не надо просто меня, как... Не провоцируй, как он сказал. Человек еще на пути. Да, да, ну то есть... Человек еще на пути. Но так интересно, Сережа, что люди, Дух Святой, он уже давно работает с этими людьми. Амен, амен. Всех, кого мы пишем. Они уже там сидят на телеканале усиленно, наполняют свое сердце верою, Богом. Амен. Это чудесно. Спасибо большое, амен. Сереж. Вот, Ирина, у тебя очень интересное свидетельство о том, как был составлен списочек. Там было около 30 человек. Да, около 30 человек. Поделись, пожалуйста. Да, я вам хочу сказать, что списки — это такая это сила. Это было некоторое время назад. Да, это было немного давно, но правда. У меня был список людей, около 30 человек, которые... пришли в нашу церковь и потом по каким-то причинам ушли и никак не утвердились, не устоялись у нас. И я решила молиться за этот список, и молилась я настойчиво 3 года. Знаете, 3 года я просила Бога, дай мне этих людей, говорю, дай мне этих людей, дай им желание прийти на мою домашнюю группу. И спустя 3 года мои, вот это мое постоянство, усилия, которые я прилагала в молитвах, оно было оправдано. Потому что внутри появилось такое четкое знание, понимание того, что мне пора звонить им. Вот. И такая четкая уверенность в том, что они все придут. Но я скажу, не прошло это без борьбы. Была борьба, да, были какие-то сомнения, но все-таки уверенности было больше. И я в один день собралась. Конечно, говорила с ним немного, ну, в таком тоне интересном. Я говорю, здравствуйте, звоню, говорю, здравствуйте, меня зовут Ира. Хорошо, что в списках были фамилии, имена, телефоны. Знаете, я могла звонить. Это такой масштаб работы интересный. Я звоню, говорю, здравствуйте, меня зовут Ира. Я открываю домашнюю новую группу. Я говорю, вы знаете, я понимаю, что вы заняты, что у вас много работы, много проблем, наверное, в жизни. Я говорю, ну, мы бы так были рады видеть вас на этой домашней группе. Говорю, приходите к нам. Говорю, вы знаете, что каждый почти из этого списка вообще мне не сказал нет. Они сказали, вы знаете, мы придем. Я думаю, надо же, это ж надо такое счастье, что мне никто не отказал. Вот, и прошло 3 недели из этого списка. У нас собралось 22 человека, стабильные они стали, верующие. А эта группа так украсила нашу семью, нашу домашнюю группу. Они потом Вау. Еще выросли в целый регион. Знаете, Вау. Я скажу, если бы не список, я могла кого-то потерять, я могла о ком-то забыть, я могла даже кого-то не вспомнить, потому что я их не знала. Но благодаря тому, что именно список, и знаете, такая постоянная настойчивая молитва, она была оправдана действительно такой славой Божьей в их жизни. Спасибо Богу за это. Пишите списки. Вау, спасибо большое вам за эти свидетельства. Это в самом деле очень интересно. 22 человека со списка с 30 на домашней группе. Это делает Бог, дорогие друзья. Это делает Бог. Спасибо большое.
И вы знаете, сегодня, рассказывая эти свидетельства, зачитывая, мы даже готовились, когда у нас тут есть сестричка Валя Корнилова, она говорит: ты знаешь, я тоже пришла через списки. Моя бабушка, она молилась за меня, и я была у нее в списке, а потом я просто взяла и пришла в церковь. И действительно, когда мы пишем эти списки, когда мы размышляем об этих людях, когда мы, знаете, начинаем думать о них, молиться, просить Бога, Бог, Он производит свою, знаете, божественную работу сердцами людей. Они в самом деле через эти молитвы видят только один выход в Боге. Аллилуйя! Дайте Богу славу! И, конечно, очень сильно хочется поделиться еще несколькими свидетельствами, очень интересными, потому что, вы знаете, апостол, он очень сильно учит о том, какую важную роль и духовную играют финансы в нашей жизни. И как важно быть правильно наставленным в вере, финансовой вере. Как важно услышать правильное учение, чтобы в самом деле, через приняв учение, да, чтобы через это учение в твоей жизни проявился Бог. Давайте сейчас посмотрим один из сюжетов, как наша сестричка, она увидела Божью славу, когда она приняла наставления в вере в свою жизнь и применила их на самом деле. Внимание на экран. Здравствуйте, я Малькова Оксана из Москвы. Я сейчас сижу в декрете и не могу ходить на работу, чтобы зарабатывать деньги. Но Господь благословил меня, и с недавних пор я стала значительно зарабатывать на своем хобби. Я леплю игрушки из полимерной глины. Это не самый популярный вид творчества, но Бог благословил. Раньше заказы были примерно на 5000 в месяц. Это очень мало, и я не могла обеспечивать своих детей. В январе, когда все молились за предстоящий год, я тоже молилась и просила, чтобы Бог мне дал стратегию, как зарабатывать больше именно на моих игрушках. В марте, представляете, Бог сделал чудо. И у меня появилась богатая клиентка, которая сделала очень большой заказ. Месяц я работала, ну, как у меня происходит. Днем я сижу с детьми, а ночью, когда они засыпают, я сажусь сюда и леплю игрушки. Примерно до 4-5 утра. В месяц я так проработала, и эта клиентка снова сделала заказ, и тоже на значительную сумму. Но тогда уже началась пандемия, и когда во время пандемии люди были в стрессе, не было денег, работы, все очень сильно переживали, я в это время ни о чем не переживала. Я работала, Господь благословлял и давал мне все больше и больше заказов. В итоге за 4 месяца пандемии я заработала очень большие деньги. И я благодарна Богу за эту возможность. Дело в том, что еще тогда, в январе, я поверила, что Бог может благословить меня. Вот именно по слову апостола. Благодаря тому, что я приношу десятину в церковь. Я так и молилась: Бог, благослови меня, дай мне веру, что именно благодаря десятине Ты открываешь надо мной небеса. И действительно, эти небеса были открыты. Я благодарна Богу, что до сих пор у меня много заказов, много клиентов, богатых клиентов. И это все благодаря учению апостола и верности в десятине. Дорогая церковь, у нашей сестры из Москвы, которую вы сейчас слышали, доходы выросли в 20 раз. В 20 раз, дорогая церковь! Бог, Он верный Бог. И Он сегодня жаждет благословить буквально каждого своего сына и дочь, каждого Божьего человека, каждого. И Он показывает через апостола путь к этому благословению с неба. Есть еще одна сестра, которая оказалась в очень непростых обстоятельствах. На ее жизни
оказался долг. Практически 1,5 миллиона рублей. Знаете, это подобно огромному камню, который привязали к тебе, и ты никуда не спрыгнешь с него. Ты не можешь быть финансово свободным, когда у тебя 1,5 миллиона долг. Ты просто можешь уповать на Бога. Давайте послушаем ее, что она говорит, как это происходило с ней, с нашей сестрой Тамарой из Тюмени. В 2014 году на Украине началась война. Моя мама живет в Луганской области, я сама родилась в Родонецке. Но эта страшная война вынудила меня взять огромную сумму денег для того, чтобы маму оттуда вывезти и купить ей дом в деревне, где она родилась. Я часть денег инвестировала в фонд, который помогает людям, попавшим в трудные финансовые ситуации, потому что мне было жить не на что. Вся зарплата под кредитом была. Полгода мне платили, но в 2016 году бои прекратились приходить. Я не знала, как жить. Я кричала в небо: «Бог, ты поможешь мне». Я возлагала руки на экран телевизора, когда вы, апостол, молились. Я принимала верой чудо в свою жизнь, исцеление всех сфер жизни, когда молилась ты, Виточка. Я благодарна Богу за вас, потому что вы, апостол, научили меня правильно верить. Вера — это когда ты говоришь: «Я не знаю, как ты, Бог, сделаешь, но я чудо это принимаю». И я кричала в небо, и Бог ответил. Я услышала 5 мая 2017 года голос Бога: «Амнистия». Я говорю: «Да, у всех заключенных есть амнистия, у многих. А почему у нас нет, у должников по банкам?» В этот же день мне позвонят с банка и говорят: «Придите к нам». Я прихожу, и мне говорят: «Вам прощен Центробанком весь кредит, 1,450 млн. Единственное, со всего списка, именно мне простили всю сумму. Остальным там 50, 10, 20, кому-то 100 тысяч. Мне простили весь кредит, 1,450 млн. Но заплатите страховку 99 тысяч, и их нет. И снова в небо. И не отходя от банка, Бог показал мне человека, я к ней обращаюсь, и она мне дает эти деньги». Я оплачиваю страховку, и на следующий день я получаю документ, что я свободна. Я ничего не должна банку. Я шла и не понимала, что произошло. Я даже не плакала. Бог настолько утешил меня. Спасибо, драгоценное, что вы и есть. Это чудо. Не сдавайтесь. Наш Отец, когда мы ошибаемся, Он все равно протянет руку помощи и поможет нам. А знаете почему? Потому что мы партнеры. Потому что я партнер. Я тогда не была в домашней ячейке, но я просто посылала партнерские, сколько я могла. И сегодня я в домашней ячейке, я партнер основательно. Сегодня моя десятина, я приношу ее в жертву Господу. Я жертвую десятину, я жертвую партнерские, я жертвую пожертвования. Станьте партнером. У нас прекрасный апостол. Мы даже себе представить не можем, кто такой духовный центр. Спасибо тебе, апостол, за твою верность, что ты отдал все, что ты умер для себя и живешь только для Господа. И Бог сказал тебе, что посеет нашу жизнь, чтобы мы были счастливы. Я приняла это. Я сегодня умею правильно верить. Спасибо тебе, дорогой. Драгоценные братья и сестры, партнеры. Мы партнеры Господу. Не сдавайтесь. Пожалуйста, партнерство — это супер. Духовный центр, наш апостол Виточка. Будем командой. Мы спасем этот мир. Именно тех, кого Бог приготовил. Я люблю вас. Спасибо, что вы просто есть в моей жизни. Чудеса не заканчиваются. Они продолжаются. Чудеса не заканчиваются, они продолжаются. Давайте поднимемся. Давайте открывать свое сердце для нашего Господа. Ожидать Его, ожидать Его прикосновения,
ожидать Его близости, ожидать ответа с неба. Дух Святой, сегодня Ты наш Бог. Ты соверши чудо, чтобы слабый, чтобы больной, он сказал, что он силен, что он здоров. Сегодня Ты сотвори Твои чудеса. Я приглашаю Тебя, Дух Святой. Дух Святой драгоценный, приди. 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 Во имя Иисуса. 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 О, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Прикоснись сегодня к телам, которые больны. Прикоснись сегодня. Прошу Тебя, Дух Святой. Прикоснись к тем, кто переживает в теле боль. У кого сегодня воспалительные процессы. Прикоснись к тем, у которых онкология. Прикоснись, Дух Святой, я прошу Тебя. Прикоснись и разрушь проклятие болезни, разрушь проклятие немощи. Пусть сегодня разбита будет всякая причина недомогания, всякая причина немощи, всякая причина болезни. Кровью Иисуса Христа я разрушаю родовое проклятие болезни. Кровью Иисуса Христа я разрушаю родовое проклятие болезни. Родовое проклятие болезни. Дух Святой, приди. Коснись. Родовое проклятие болезни я разрушаю именем Иисуса Христа. Всякое наведенное проклятие я разбиваю сейчас кровью Иисуса Христа. Родовое проклятие я разрушаю кровью Иисуса Христа. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Под лопаткой исцеление сейчас было. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Кровь Иисуса Христа разрушена в груди прямо сейчас у женщины. Разрушена. Болезни нет. Диагноза нет. Во имя Иисуса. Кровотечение также у женщины. Прямо сейчас разрушено это проклятие. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Исцеление ног прямо сейчас. Во имя Иисуса. О, Дух Святой. Дух Святой драгоценный. Коснись Твоим прикосновением. Пусть разбито, разрушено будет проклятие болезни. Прямо сейчас проклятие онкологии. Пусть будет разбито во имя Иисуса Христа. На коже проклятие пусть будет разбито во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. На легких прямо сейчас пусть будет разбито проклятие во имя Иисуса. Исчезни болезнь. Исчезни недуг щитовидной железы. Исчезни во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Десна прямо сейчас у кого-то исцеляется. Во имя Иисуса.
О, Дух Святой, драгоценный, Ты сегодня прикоснись, Ты сегодня соверши свое чудо. И сейчас в пояснице было исцеление, в поясничном отделе полное исцеление. Во имя Иисуса поясница исцелена. Аллилуйя, аллилуйя. И сейчас исцеление от геморроя прямо сейчас было. Во имя Иисуса. Прямо сейчас, Дух Святой, Ты коснись Твоей силой. Ты коснись Твоей силой. Я сейчас увидел исцеление. Это касается шеи и плечи. Вот эта часть. Прямо сейчас весь этот отдел шейный. Прямо сейчас полное исцеление. Исцеление шеи. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Женщина получает исцеление в прямом эфире от гипертонии. Прямо сейчас во имя Иисуса. Этот криз закончился. Полное исцеление примите. Во имя Иисуса. О, Дух Святой, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Воспаленный левый глаз. Сейчас исцеление было только что. Во имя Иисуса. О, Дух Святой, благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. На голове у человека выпадают волосы частями. И прямо сейчас исцеление. И этого выпадения волос больше нет. Спасибо, Господь. Дух Святой, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Расула Рабасанта Дегищен. Боже, Дух Святой, коснись. Коснись, коснись, коснись. Сейчас мужчина получает исцеление именно по мужской линии. Прямо сейчас полное исцеление. Во имя Иисуса. О, Дух Святой, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Молодой мужчина получает исцеление после травмы ноги. И сейчас исцеление в костях прямо. Во имя Иисуса. О, Дух Святой, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Дух Святой, я прошу Тебя, наполни сейчас помазанием Твоим это место. Наполни сейчас помазанием Твоим у экрана. Твое помазание пусть придет. Пусть это будет помазание от Тебя, Боже, которое останется, которое прибудет. И когда молитва закончится, и когда служение закончится, пусть это помазание будет на каждом. Наполни, коснись, коснись, коснись. Коснись, коснись. Это помазание. Пусть оно сейчас опустится. Коснись. Это помазание приходит сейчас. И это помазание, которое будет пребывать. Помазание, которое будет пребывать. Помазание, которое будет пребывать. О, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. Кас. Дис. Тач. Это помазание, которое сейчас как одеялом кто-то чувствует, как будто его одеялом кто-то заматывает. Это как будто покрывает тебя этим одеялом. Это помазание сейчас касается. Это помазание потихоньку ощущается на тебе.
и здесь в зале, и у экрана, это помазание сейчас ощущается на тебе. Это помазание сильнее и сильнее. Сила Святого Духа. Сила Святого Духа. Сила Святого Духа. Сила Святого Духа. Я прошу тебя, Дух Святой, чтобы это помазание сейчас опускалось на тела, но на души, Господь мой. И чтобы оно пребывало, чтобы оно пребывало, чтобы это помазание наполнило мудростью, это помазание наполнило разумом, наполнило видением, верой. Господь мой, пусть это помазание сейчас наполнит, наполнит. Я прошу тебя, ты коснись, 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 коснись. Touch. Прошу тебя, Господь, пусть это помазание, которое научит, научит нас всему. Помазание, которое научит, которое научит. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Курабасала рабадада санта дереги джидуса. Братья и сестры, помолитесь сейчас. Закройте глаза все. Также, кто в прямом эфире, побудьте одну минуту с Ним. Пусть помазание, которое научит вас всему, пусть оно коснется сейчас вас. Пусть оно коснется ваших душ. Пусть оно прикоснется к вам. Поверьте, это помазание, которое повлияет на ваш разум, повлияет именно на ваше мышление, на ваше сердце. Прошу тебя, Дух Святой, сегодня прикоснись. Пусть все ваше внимание, оно будет только для Него. И в эти буквально минуты все внимание только для Него. Без Него мы не можем делать ничего. И когда закончится служение, наша жизнь будет продолжаться, и мы будем нуждаться в Нем. И в эти минуты попроси Его, чтобы Он прибыл на тебе, чтобы Он был твоим учителем, был твоим наставником, чтобы для тебя Он был путеводителем. Чтобы сейчас Он взял тебя за руку и вел. И когда уже закончится служение, скажут аминь, а с тобой Господь только начал работу. Поэтому попроси Его, скажи: Дух Святой, веди меня за руку, будь моим учителем, будь моим наставником, будь моим. Только Ты один можешь провести меня по этим дорогам жизни. Только Ты один можешь провести меня посреди этих трудностей,
И ты один всегда выведешь меня на пространное место. У кого-то очень сложные обстоятельства в жизни. Я молюсь вместе с вами. И я учу вас. Сейчас Дух Святой. Он всегда придет к тому, кто его ждет. К тому, кто им дорожит. Возьмите сейчас и поговорите с ним. И я говорю вам, Дух Святой приведет вас с ваших трудностей. Он приведет вас на пространное место. На место, где вы почувствуете себя безопасно. Где вы почувствуете себя сильными. Почувствуете себя свободными. Вы расправите крылья, как орлы. Дух Святой. Сегодня Он движется именно так. Он выведет тебя. Он выведет душу твою. Он выведет на свет. Он изменит твою реальность. Он изменит то, в чем ты живешь. Он поменяет это. Дух Святой, я прошу тебя, приди, 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 приди. Когда Дух Святой с тобою, когда Он ведет тебя за руку, Он всегда будет работать в твоих обстоятельствах. И Он сделает так, чтобы тебя поставить над всем. Сегодня обстоятельства над тобой, и они давят на тебя. Но Дух Святой, Он хочет сегодня взять тебя за руку. И Он будет вести тебя так, чтобы ты был над обстоятельствами. Чтобы не за тебя решали, но ты решал. Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. В глубине души своей скажи, Дух Святой, выведи меня на пространное место. Так скажи, Господь, возьми меня за руку и приведи меня туда, где ты поставишь ноги мои на скале. Ты мой Бог, ты мой Бог. Дух Святой, пусть имя Иисуса прославится в моей жизни. Скажи ты ему, скажи, я буду поклоняться Христу. Я буду поклоняться Господу, я буду поклоняться Иисусу. Дух Святой, только ты веди меня. Ты веди меня. Ты веди меня. Может, кому-то нужно взять и дать ему свои руки. Сказать, возьми. Возьми. Возьми мои руки. Возьми мои руки. Я руководство над своей жизнью отдаю в твои руки. Я руководство над всеми моими обстоятельствами отдаю в твои руки. Во всех моих ситуациях, в которых я оказался, я отдаю все в твои руки. Возьми мои руки. Веди ты. Сейчас кому-то нужно посвятить свою жизнь. Просто доверить ее. Доверить ее. Доверить ее. Доверить ее Богу. Доверить ее Господу Иисусу. Доверить ее. Доверить полностью. Часто Дух Святой движется. Масса исцелений и чудес происходят. И сегодня они происходят. Независимо от того, что ты чувствуешь сейчас, Дух Святой трудится в твоем теле. Но сегодня Дух Святой ведет тебя в твоей жизни. Он хочет исцелить твою жизнь. Он хочет исцелить твои обстоятельства. Он хочет исцелить тебя. Он хочет во всем этом
сделать чудо для тебя. Он тот, который сегодня пришел к тебе. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Предай Господу путь твой, и Он совершит. Предай Господу путь твой, и Он совершит. Утешайся Господом сейчас. Утешайся. И Он совершит. И Он поставит ноги твои на пространном месте. И Он поведет тебя. Дух Святой, коснись. Коснись, коснись, коснись. Коснись, коснись, коснись. Коснись. Коснись, коснись. Спасибо тебе, Господи, спасибо тебе, великий Бог. Спасибо тебе, великий Бог. Я поклоняюсь тебе, я поклоняюсь тебе, я поклоняюсь тебе, я поклоняюсь тебе. Поклоняйся ему просто в сердце своем. И еще буквально какие-то минуты, когда ты соединяешься с Ним, и кто-то уже чувствует, что его жизнь Бог взял в свои руки сейчас, что те обстоятельства, которые были непробиваемые, столько было страданий и молитв, но сейчас Бог взял тебя в свои руки. Он взял тебя. Он взял тебя. Я говорю кому-то, Он взял тебя. Он взял тебя. Он взял тебя. И это долгое время пустыни, это долгое время этого туннеля. Сейчас Он взял тебя. Он взял тебя. Кому-то сегодня это слово. Он взял тебя. И Он поднимет тебя. Он поднимет тебя. Он сейчас исцеляет твою душу. Он сейчас исцеляет твою душу. Он исцеляет твою душу. Он исцеляет твое сердце. Он исцеляет тебя внутри. Он исцеляет тебя внутри. И ты уже имеешь знание, что все закончилось. Новое время. Новое время. Новое время пришло. Бог пришел. Я говорю кому-то, Он пришел к тебе. Он пришел к тебе. Он исцеляет твою душу. Он исцеляет все обстоятельства, как прах, просто как прах в его руках. Они исчезают, и Он созидает новое. Новое, новое созидает. Все меняется. Он русло реки может поменять. И Он поменял сегодня русло твоей жизни. Он исцеляет твою душу. Он исцеляет твою душу. Аллилуйя. Аргесонтулоу. Урамасала регири вещидуло сонтулерей. Он исцеляет твою душу. Он взял тебя за руки. И Он не отпустит. Он уже не бросит. Он уже не оставит. Он уже никогда не отойдет в сторону. То, что ты ощущал. То, что ты прошел. Сегодня исцеление на этом собрании. Исцеление на этом служении. Исцеление для тебя. Исцеление для твоей жизни. Исцеление для твоего пути. Исцеление для твоей души сегодня. Исцеление сегодня. Исцеление сегодня. Исцеление сегодня. Росулу Рабагаша. Исцеление сегодня. Исцеление сегодня. Лосулу Рабигаду Лосунду Давайс. Исцеление сегодня. Лосуду Рабашия. О, мой Бог, о, мой Бог, о, мой Бог. Боже, мы благодарим Тебя. О, мой Бог, мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Уповаем на Тебя. Доверяем Тебе нашу жизнь. Доверяем Тебе наши все пути. Доверяем Тебе все, что в нашей жизни есть. Доверяем Тебе наши тела, наших близких. Доверяем Тебе все. Спасибо Тебе, великий Бог.
И мы в это время просто благодарим Тебя, превозносим. Аллилуйя, аллилуйя, воздай Ему славу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слава, слава, слава. Вау, аллилуйя. Мы уповаем на нашего Бога. Привет всем в этом зале, всем нашим домашкам, всей нашей церкви в интернете. Спасибо всем. Пусть Бог вас благословит, дорогие. Давайте Богу еще дадим славу. Аллилуйя. 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 И вы знаете, вы можете и в этом зале, в прямом эфире поприветствуйте своих друзей, соседей и присаживайтесь. Аллилуйя! Вы знаете, сегодня особенный день, потому что Бог что-то приготовил для нас. Сегодня помазание Божье, оно опускается на нас, чтобы вести нас. Вести нас и чтобы помочь нам, послужить нам. Вы знаете, что Дух Святой приходит, чтобы послужить нам, чтобы помочь нам. Он утешитель. Вы заметите, как назвал его Иисус? Утешитель. Он его не назвал обвинитель. Он назвал утешитель. Потому что мы все нуждаемся в Духе Святом, поверьте. Все нуждаемся в Духе Святом. Мы все нуждаемся в том утешителе, который реальный утешитель, который реально нам хочет помочь, послужить, поддержать нас. И все мы без Него страдаем. И все мы, когда мы с Ним, мы наполняемся победой, мы наполняемся радостью, мы наполняемся счастьем, потому что Он приходит вопреки. Скажи со мной, Он приходит вопреки. Да, Он приходит вопреки. Почему вопреки? Потому что часто так бывает, когда ты Его не ждешь. Часто так бывает, когда ты думаешь, что Он очень далек от тебя. И вы знаете, в самом деле бывает, мы имеем эти ощущения в жизни, но Бог, Дух Святой, Он приходит к нам, чтобы показать нам благодать Иисуса. Сам Дух Святой, Он пришел для того, чтобы прославить Иисуса, для того, чтобы знакомить нас всех с Иисусом. И Он тот, который открывает Иисуса. Вы знаете, друзья, что ни один человек на земле не может познать Иисуса Христа без Духа Святого. Единственный, кто открывает нам Иисуса, это Дух Святой. И вот так часто бывает, что мы даже не знаем, что именно Дух Святой может дать нам познать Христа, познать любовь Отца. Только Дух Святой. Мы сегодня немножко будем говорить о отношениях с Богом. Но прежде чем мы будем говорить, я вам хочу сказать такую вещь. Послушайте, сегодня время, золотое время, когда мы вот начали, знаете, что-то делать на домашних группах. И домашняя группа сегодня – это благословение. Потому что домашняя группа, послушайте все, сегодня становится местом, где Дух Святой хочет проявляться. Он хочет проявляться именно на домашней группе. Почему на домашней группе? Ну, вы знаете, почему в первой церкви домашние группы были основанием? Потому что на домашней группе мы имеем общение друг с другом. И Писание нам говорит, 1 Иоанна, послание, 1 глава, И там говорится 5, 6, 7 стих, но говорится, что когда мы имеем общение друг с другом, мы ходим во свете, имея общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вы знаете, вот только в общении мы в самом деле переживаем свет Божий. Мы в самом деле переживаем силу Божью. Без общения... Вы замечали, когда ты остаешься один, вот ты же верующий, вот ты же, возможно, там и служитель, но когда ты остаешься один, приходят бесы. Очень часто приходят демоны.
и они в твою душу вселяют какие-то плохие мысли, безысходность, тупик, депрессия, тебе плохо. Ты начинаешь видеть все в негативном свете, потому что ты остался один. Когда ты начинаешь общаться и попадаешь в общение с братьями и сестрами, то вдруг в общении по какой-то вот причине, чудотворной причине, которую сотворил сам Бог, в общении вдруг ты начинаешь видеть те же обстоятельства другими глазами. Скажите, так или нет? И вдруг ты начинаешь оживать. Ты начинаешь смотреть, что не все так плохо. Ты вдруг получаешь поддержку. Вот знаешь, вот Бог, Он хочет поддержать тебя, но чтобы вы знали, часто так бывает. И все мы до одного, и я не исключение. Все мы, бывает, не способны принять от Бога слово. Потому что, когда ты один, дьявол пытается оккупировать тебя. Но Бог так придумал, чтобы мы общались, и через общение, знаешь, что происходит? Когда даже ты не способен принять слово от Бога, Бог это делает через брата или сестру. И Он через них указывает тебе путь, Он вдохновляет тебя, Он поддерживает тебя. И кто это переживал, я бы хотел узнать. Когда ты приходил на домашнюю группу, шел разбитый и не хотел идти, не хотел даже ни с кем видеться, но с домашней группы летел на крыльях. Бывало такое? Братья и сестры, которые смотрят, дайте Богу славу все. Аллилуйя. За домашнюю группу. Потому что, знаете, так получается в жизни, что мы тело. Христос, Он говорит, мы Его тело. Апостол Павел говорит, что мы тело Христа. Почему мы тело? Ну, потому что мы настолько зависимы друг от друга. Мы настолько, знаете, вот друг для друга важны на самом деле. Мы, бывает, часто недооцениваем друг друга. А вот ведь на самом деле Бог берет и через брата, через сестру, на которых, возможно, ты смотрел свысока, пока не попал какие-то внутренние проблемы или еще какие-то другие проблемы. Но знаешь, так или иначе, мы все люди. И вот этот брат и сестра, они указали тебе путь. Бог через них проговорил. И ты смотришь, ты ожил. Слова братьев и сестер на домашней группе часто бывают, как живая вода. Живая вода, которая оживляет твою душу. И все мы нуждаемся в том, чтобы у нас было, вот знаете, стабильное общение. Я думаю так, домашняя группа – это гарантия для тебя, что ты устоишь. Как только перестанешь посещать домашнюю группу, как только перестанешь подключаться, что с тобой будет? Через время сатана может тебя подловить, и ты останешься в одиночестве. И ты даже не заметишь, как ты попадешь под негатив. И этот негатив начнет разъедать тебя изнутри. Сколько людей попадало, они оказались, знаете что, полностью пораженными, потому что не стали уважать то, что уважает Бог. И вот насколько они стали пораженными? Настолько, что они остались без домашней группы, без церкви, без Бога. Они оказались в миру, и дьявол их просто растерзал. Хорошие они люди или нет? Конечно, хорошие. Но неужели дьявол кидается на нехороших? Он кидается на хороших. Когда посмотришь на людей, которые... Вот человек был в церкви, вот его нет в церкви. Вот его уже кто-то отравил, кто-то переубедил, кто-то еще что-то. Или он просто остался один, и дьявол просто принес ему какие-то мысли, поражения, и все. И вы знаете, братья и сестры, вот чтобы этого не было, у нас есть гарантия. Это наша домашняя группа. На домашней группе. Я вот любому человеку могу сказать, если ты на домашней группе, через несколько месяцев ты свою жизнь уже не узнаешь.
Потому что она будет на высоте, на которой ты еще не был. Амен. Это правда. Аллилуйя. Вы знаете, была история в Библии. И эта история в Библии, она очень интересная тем, что там описывается что-то про домашнюю группу. Ведь домашняя группа, знаете, это место присутствия Божьего. И вот так вышло, ковчег. Был ковчег. Ковчег – это был символ присутствия великого Бога. Он был у евреев. И вот филистимляне захватили ковчег. Вы представляете эту историю, как филистимляне, они принесли ковчег, и они взяли, поставили его в доме, короче говоря, в капище идола своего, Дагона. И утром смотрят, а этот Дагон лежит лицом на земле, и у него отрубана голова, и руки, и все такое. В общем, Бог сам отрубил ему руки. Бог сам отрубил ему голову. Представьте, идолу Бог настолько ревновал за свое присутствие, что когда филистимляне ковчег этот поставили в капище своего идола, то сам Бог, пока филистимляне спали, отрубил этому идолу голову. Бог собственноручно. И мало того, он поразил там всех болезнями. Написано, что там наросты были на них. Они взяли этот ковчег и перевезли в другой город. В другом городе случилось то же самое. И там, куда попал ковчег, там сразу же все болезнями покрылись, весь город. Они отправили этот ковчег дальше. Они говорят, куда нам избавиться от этого ковчега, потому что все умирают. И вот они взяли этот ковчег и говорят, надо его отдать назад евреям, потому что мы все поумираем тут от болезни из-за этого ковчега. И они решили отправить евреям. Но евреи тоже боялись его брать, потому что, увидев, как все умирают, все испугались. И вот тут я вам открыл с Библии прочитать, интересно, знаешь. Очень интересно. 6 глава, 2 царство. И тут говорится. Я прочитаю с 10 стиха. «И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина». Но так как Давид был царем, у Авидара невысокий был небольшой выбор, соглашаться или нет. «И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина 3 месяца». И слушайте, что случилось. «И благословил Господь Авидара и весь дом его». Аллилуйя! Вот он прообраз домашней группы. Дай Богу славу. Вы знаете, вот там, где проявляется сила Святого Духа, там, где проявляется Бог, вы знаете, когда люди открывают двери своего дома, когда люди вот берут и говорят, подожди, у меня будет домашняя группа. Я подключаюсь, я позову свою семью. Что происходит? Часто вот, знаете, так бывает, что мы молимся за многие нужды, но нужно одно. Нужно сделать то, что хочет Бог. Дайте Богу быть в вашем доме. И через домашнюю группу, дорогие, все, кто смотрит меня, дайте Богу быть именно в вашем доме. Чтобы именно в вашем доме проходила домашняя группа, совершались молитвы за исцеление. Когда вы включаете прямой эфир, и Дух Святой движется, и пусть это будет в вашем доме, и говорится, что Бог благословил дом. Слушайте, и благословил Господь Авидара, и дальше говорится, и весь дом его, то есть все, кто были в доме. Сегодня мы можем нашу семью благословить. Все, кто в нашем доме, будут благословенны через то, что мы возревновали о домашней группе. Я вам скажу, сегодня время домашних групп. Сегодня не дай Бог нам упустить эту возможность, когда Дух Святой движется. Посмотрите, что было дальше. «Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него, то есть это и бизнес,
Это все, что было. И недвижимость разная, и финансы, и все остальное. И говорится, и благословил Авидара, и все, что было у него, ради ковчега Божия. То пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. Вы знаете, Давид, как только узнал, что Бог благословил дом Авидара, у Давида сразу же поменялись все мысли. Он понял, ковчег стоит не на том месте. Что-то произошло, остановка была не там. То есть, услышав, когда они умирали все, он говорит, в дом Авидара ковчег. Чем Авидар ему не понравился, я не знаю. Но когда все умирали, он говорит, в дом Авидара. Что Авидар ему сделал, мы даже не знаем. Ну, и Авидары все, я думаю, в первый день стояли, может, в скорби, думая, что все помрут. Но когда прошел месяц, второй и третий, и донесли Давиду, говорят, благословил Бог ради ковчега Авидара и весь дом его, и все, что у него, то Давид сказал, все, я бегу за ковчегом. Я хочу это благословение, я хочу, чтобы у меня это было. Вы знаете, сегодня мы, те люди, которым нужно иметь цель, чтобы ковчег был в нашем доме. Скажи на это аминь. Я вам скажу такую вещь, что вот мы проводим домашние группы. Я молюсь каждую домашнюю группу, знаете, для того, чтобы люди, они пережили славу Божью. Дух Святой, Он делает великие дела. Великие дела. Я вам скажу больше. Вы должны просто знать, что у Бога есть план. И этот план Он осуществляет именно через домашнюю группу. Он берет и ведет работу, представьте себе, с детьми. И эта работа, вы поймите, она только раз и началась. И Дух Божий, Он уже будет трудиться и через месяц, и через два, и через полгода. Он будет трудиться благодаря этим четырем домашним группам. Потому что были высвобождены слова, были высвобождены молитвы, была высвобождена сила. Дух Святой, Писание говорит, когда Он приходит, то Он приносит утешение, Он приносит исцеление. Слово Его не возвращается тщетным. Значит, Его Слово уже работает в детях, которые на домашней группе. Услышали меня? Это Слово работает. Сейчас будет четыре домашних группы на тему «Семья». И первая домашняя группа, я буду молиться за разрушение одиночества в браке. И вы знаете, что имеется в виду? Вы должны услышать. Это когда два человека живут в браке, но испытывают невероятное одиночество. То есть, вроде бы есть семья, но жена одинокая, и муж тоже одинокий. А я вам скажу больше. Вдумайтесь, сейчас хотите, я вам расскажу немножко, почему будет эта молитва важна в эту среду. Это будет первая только домашка, их четыре будет. Потому что существуют родовые проклятия на семье. И вы всегда привыкли думать, что это развод и что-то подобное, одиночество, именно которое в мире, безбрачие. Но нет. Существуют проклятия, которые действуют в семье. И когда по линии жены идут проклятия, и по линии мужа идут проклятия, это собирается в одно. И вот смотрите, что получается. Проклятие отверженности – это то, за что я буду молиться в эту среду. Проклятие отверженности, проклятие унижения, ненависти, обиды. И я вам могу перечислять дальше, но я не хочу сейчас это делать. Вы в среду это все услышите. Когда все это появляется в жизни каждого из нас, что-то есть. И представьте, что именно семья – это единственное место на земле, где вот эти два проклятия сталкиваются. И там концентрация. И нет ничего на земле, нет другого места, где должна произойти победа. Когда я живу, я родился, к примеру, и мне передалось что-то от отцов. Я был воспитан. К примеру, я был воспитан. Я был воспитан, как говорят, без папы, да, там. И то, что я увидел в детстве, да, там, оно очень сильно повлияло на меня, там, бесы повходили в меня, там, страшные. Страх был, там, и все остальное. И вот представьте картину, я вырастаю. Моя жена, Виктория,
и она, мы предназначены друг для друга, чтобы разрушить проклятие и страха, и одиночества, и отверженности, и всех вещей разного рода уничижения, отчуждения, непонимания. Все, что могло идти по ее линии, я призван это разрушить. Аминь. А она призвана разрушить все, что шло по моей линии. Мы друг другу должны послужить в семье. И я вам хочу сказать, что вот это понимание, единственное понимание, которое освобождает людей, они живут в обиде друг на друга. Они уже отверженные самими собой и друг другом, и они в этом костенеют с годами. И приходит все в такую фазу, что уже назад не открутишь. Они уже в этом утвердились. И когда они в этом утвердились, я вам скажу, друзья, один Бог только может помочь. Только домашняя группа вот такая может помочь. Только молитвы могут помочь, которые просто вскроют злые корни. И люди, которые уверены друг в друге, он уверен, что она такая, а она уверена, что вот он такой. Но это неправда, это просто проклятие конкретно, это бесы конкретные. Ты скажешь, да это просто характер. Нет, друзья, часто это не просто характер. Часто этот характер формировался под влиянием демонов, которые просто давили на мозги человека. И человек часто, он выставляет фасад, он выставляет маску, он такого злого себя там строит, или непримирительного, или еще какого-то. Но это не так. Просто внутри он сам не знает, откуда бьет источник зла, который питает его. И этот источник зла, это проклятие, которое идет от прадедов, возможно. Когда прадед, он своей, может, прабабушке, он унижал ее как женщину. Он унижал ее, опускал просто как девушку. Он просто отвергал ее, сравнивал ее с другими. Он говорил, что лучше с кем угодно, но не с тобой. И все остальное. Послушай, знаете что? Боль, которая пронзала, некоторые прямо на глазах гуляли и все остальное. Что происходило? Боль наполняла сердце этой прабабушки. И проклятия покрывали. Она была под давлением. Эти бесы приходили, съедали ее душу. А потом, когда она умерла, это передалось бабушке, потом маме. Никто из них никогда не выйдет и не скажет, что эта проблема у меня есть. Вы меня услышали или нет? Никто не скажет, что у меня есть эта проблема. Я отверженная вообще, как женщина. Никто такого не скажет. Это все тайные дела дьявола, которые происходят в доме, в семье, в душе человека. И сколько бы эта женщина ни старалась что-то изменить, она не может, у нее боль, но она не знает, откуда она взялась, эта боль. Но бесы подогревают мужа, а тут жену подогревают бесы против мужа. И вот послушайте, выходит так, что два человека, которые должны друг друга любить, они вроде бы все силы прилагают, чтобы любить, а у них не получается. Потому что отверженность – это страшная вещь. Уничижение – страшная вещь. Я вам скажу, что у людей вообще вот настолько мышление покорежено этими бесами до такой степени. Мы можем обвинять их, а можем оправдывать. Это не играет роли. Мы все здесь сидим, и мы все на себе что-то переживаем. Кто смотрит, вы переживаете на себе это. Вы знаете, что вы бы хотели быть другим, разве нет? Вы бы хотели быть лучше, разве нет? Разве вы не жалеете за многие слова, которые вы сказали? Разве вы не жалеете за многие поступки, которые вы сделали? Все мы жалеем за многое. Всем бы нам хотелось по-другому что-то сделать в жизни. Но я вам скажу вопрос, почему мы так поступили? Почему не получается быть такими сильными, какими хочется быть? Такими сильными, чтобы свободно снести немощи своего ближнего. Нам всем хочется быть такими правильными. Нам не хочется быть плохими. Амен. Нам не хочется смотреть на своего ближнего и все время доказывать самому себе, что он не прав, поэтому я так поступаю, это дает мне лицензию на что-то. Нет, мы уже взрослые, мы уже зрелые, нам не хочется так. Я вам скажу, что есть бесы, которые должны уйти из наших домов и из наших семей. Мы должны разрушить эти проклятия, которые шли по роду, возможно, много поколений. Мы должны разбить этих демонов. Амен.
Амен, амен. Я верю просто, что домашние группы, они предназначены для того, так 4 домашние группы на тему семья, чтобы семьи изменились. Я не собираюсь вести 4 домашние группы, и чтобы никто не поменялся. Да подождите, я знаю, Дух Божий помазал меня, чтобы разрушить дела дьявола в семьях. Амен. Слово Божье, оно нам говорит об этом. Слово Божье учит нас об этом, о том, как мы нуждаемся в Боге, о том, как мы нуждаемся в том, чтобы у нас была нитка втрое скрученная, Писание говорит в книге Екклесиаста, и нитка втрое скрученная не скоро порвется. А почему втрое? Потому что есть ты, есть твой муж, твоя жена, есть Иисус. Когда мы будем вместе с Богом, у нас получится. Ты скажешь, ну я же верующий. Я тебе скажу, как есть. Нам бывает не хватает, чтобы нам кто-то послужил. Бог всегда был, есть и будет. Но послушайте, Иисус пришел на землю и служил людям. Амен. Когда Иисус вознесся на небо, Он сказал, я уйду, вместо меня придет мой зам. А говорит, прямо так говорил, заместитель. Вместо меня, говорит, придет. Его имя Утешитель, Дух Святой, Он вас будет учить. То есть ты все, что берешь, ты сейчас и читаешь в Новом Завете, оно все не относится только к словам Иисуса, которые говорились 2000 лет назад. Это то, что сегодня по-прежнему говорит Дух Святой. Потому что Он говорит это. Он здесь, на земле. Так вот, послушай, и мы нуждаемся в том, чтобы нам послужили. Мы нуждаемся, если мы, знаете, вот как, мы в мире даже, посмотрите, мы когда нуждаемся, мы идем к доктору, амен? Так или нет? Мы же не говорим, зачем нам доктор. Есть Бог. Бог есть, однако к доктору мы ходим. И знаете, что я вам скажу? Бог сегодня говорит нам, что точно так есть духовные вещи. Дух Святой хочет быть твоим доктором. Там, где тебе не помогут люди, там, где тебе не помогут доктора, там, где тебе не помогут врачи, там, где тебе никто не поможет из людей, тебе нужен тот, который придет, который был сюда послан на землю, Дух Святой, который послужит тебе. Христос распятый, Он придет, Христос воскресший придет, Христос грядущий придет в Духе Святом, и Он изменит всю нашу жизнь. Мы нуждаемся. Нам без Бога вообще ничего хорошего в жизни не построить. Чем больше мы будем без Него что-то строить, тем больше сожаления будет с годами. Но у нас сегодня есть момент, когда мы все можем служить друг другу тем великим даром. Знаете, каким? Приглашать людей к спасению. На домашнюю группу. Мы пишем списки. Вы знаете, я так переживаю за это вот внутри. Я говорил вчера вечером с командой, я говорил, вы знаете, просто так сказать, давайте напишем списки. Не. Я говорю, да я прошу Духа Святого, говорю, и вы просите, чтобы Он всю нашу церковь ввел в это. Чтобы это было от Него. Чтобы мы взяли, понимаете, не просто что-то там написали на бумажке и забыли. Но чтобы Дух Святой ввел нас в это, чтобы мы начали писать то, что в самом деле будет писать с нами Святой Дух, эти имена. Чтобы мы не забывали это, не забыли ни на одну секунду. Чтобы мы молились, не бежали даже, не звонили никуда. Молились, молились и молились и молились. Сколько нужно? 3 недели, 4 недели. Ну сколько нужно? И потом я знаю, в один день Дух Божий совершит чудо, и масса людей будут спасены. И мы будем счастливы, потому что мы все всегда будем иметь жатву за спасение людей, друзья. Амен. Это правда. Вы должны знать, когда ты спасаешь людей, когда ты живешь спасением людей, ты живешь мечтой Бога, ты живешь мечтой сердцем Бога, ты живешь Его любовью. Ты живешь тем, чем Он дышит. Он ни на секунду не забывает, не может даже забыть о той боли, которую перенес Сын Его, Иисус. Он смотрит на Христа. Каждое мгновение перед Ним Христос, распятый, от которого Он отвернулся ради того, чтобы
мы были спасены. Когда ты спасаешь людей, ты угождаешь Богу. Я знаю, что жатва за труд, который мы делаем ради спасения людей, вот труд спасения людей, жатва за этот труд, награда за этот труд всегда будет самой великой. Меня все услышали? Я хочу, чтобы все меня услышали. Самой великой будет награда. Дай Богу славу за это. Аллилуйя. Поэтому сейчас, вот прежде чем я буду говорить небольшое слово, я хочу с вами помолиться за эту домашнюю группу. И давайте помолимся за то, чтобы Бог нас повел в этих списках, чтобы в самом деле Дух Святой повел нас, чтобы Он начал нами руководить в этом. Потому что спасение людей, что бы ни было вокруг, братья и сестры, послушайте, посмотрите на меня. Я вам скажу, да ничего нет важнее на свете, что бы ни происходило сегодня в твоей жизни, в моей жизни. Самое главное – это спасение людей всегда. Небеса, они смотрят на нас. Мы та церковь, которая не должна изменить Богу никогда. И предаться проблемам, поверить в какие-то трудности, начать смотреть на них. Нам нужно смотреть на Христа, распятого. Амин. Давайте помолимся, чтобы Бог нас вот такими и сделал, чтобы мы такими и были. Боже, во имя Иисуса, Отец наш, спасибо Тебе за пролитую кровь Сына Твоего. Иисуса, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты исцеляешь больных ради пролитой крови Христа. Спасибо Тебе. Боже, мы молим Тебя, благослови нас, чтобы во всех этих списках поведи всю нашу церковь, всех, кто смотрит, всю абсолютно, всех до одного, где бы мы ни были. Поведи нас, Боже, в этом спасении душ человеческих. Помилуй нас, Боже. Благослови нас. Мы молим Тебя. Дай нам всегда быть преданными делу Твоему, делу спасения душ человеческих. В эту среду благослови, Боже. Пусть в эту среду масса людей, они будут на домашних группах, они будут подключены, чтобы дела дьявола были разрушены, чтобы дух отверженности рухнул, дух отчуждения рухнул, дух одиночества рухнул во имя Иисуса. Пусть эти проклятия рухнут. Пусть отношения возобновятся. Пусть отношения будут новыми. Пусть отношения будут божественными во имя Иисуса. Пусть чудеса сотворятся в отношениях между мужьями и женами во имя Иисуса. Боже, мы молим Тебя, пусть родовые проклятия рухнут во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Пусть сотворятся великие чудеса. Пусть эта среда, она будет днем, когда произойдут чудеса, родятся новые жизни, новые отношения, как новая семья. Боже, я молю Тебя, благослови. Пусть будет праздник Божий в домах. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. И благослови нас в этих списках, Боже. Давайте за руки возьмемся все и помолимся молитвой согласия за это. Боже, пусть произойдет чудо от Тебя. Поведи нас Ты в этих списках. Поведи нас Ты в этом деле спасения. Поведи нас Ты, Дух Святой. Поведи нас Ты, Иисус драгоценный. Поведи нас Ты, Отец наш Небесный. Поведи нас Ты. Поведи нас Ты, Боже, чтобы явились чудеса, чтобы пришло это в сердце наше, в сердце каждого, чтобы мы все зажили единственным. Это тем, чтобы спасены были души для вечной жизни, чтобы эти списки, Боже, чтобы мы промолили их, промолили от Тебя, промолили вместе с Духом Святым, промолили, Господь мой, и имели полную победу, отвоевали их сначала у дьявола, отвоевали их во имя Иисуса. Боже, спасибо Тебе за нашу церковь, спасибо Тебе за каждого человека, спасибо Тебе, великий Бог, аллилуйя, хвала Тебе,
Амен. Вау, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Присаживайтесь, дорогие. Аллилуйя. Я хочу сказать всем, дорогие друзья, кто смотрит, всем партнерам, друзья, если вы бывший партнер, я вам скажу, возвращайтесь. Пришло время возвращаться. Пришло время трудиться, пришло время быть партнером. И насколько это важно, если вы только знали. Потому что сегодня мы проповедуем Евангелие. И Бог, Он хочет двигаться большими, семимильными шагами по этой земле. И я знаю, что у нас все получится. И самое главное, ваша жизнь, она должна меняться. Если вы думаете, что, знаете, вот хочется всем сказать, что когда ты являешься партнером, твоя жизнь не меняется. Зря так думаешь, что не уничижай партнерство, потому что это партнерство, оно связано с Богом. Оно связано с Господом. Поэтому будь в этом верен и будь в этом силен. Будь в этом тем, на кого Бог может показать пальцем и сказать, что ты пример. Аллилуйя. Дайте Богу славу. Аллилуйя. О, Иисус. Сейчас я хочу поделиться с вами небольшим словом. И для меня это слово важное, друзья, потому что я сегодня хочу поговорить с вами о посвящении. Но не о том посвящении, о котором вы думаете. Вы знаете, есть посвящение в служении, есть посвящение в партнерстве. Это все свято. Но я сегодня скажу вам, что существует посвящение в твоих отношениях с Богом, в твоих личных отношениях с Богом. И если бы вы знали, насколько сегодня Богу, наверное, скорбно от того, что многие люди, они посвящены даже церкви, они посвящены каким-то делам, служениям, но они не посвящены отношениям с Богом. Какая разница между посвящением в служении и посвящением в отношениях? А вы знаете, друзья, огромная разница. Потому что можно быть служителем, но не иметь того момента, где ты приходишь к Богу. И ты приходишь к Богу не зачем-то, а ты приходишь к Богу как кому-то. И приходишь к Нему как к своему Отцу, как к драгоценному Господу Иисусу. Посвящение в этом. Я вам скажу, есть какие-то стадии в молитве. Я хочу быть краток и хочу научить вас чему-то. Когда ты приходишь к Богу молиться, всегда так получается, у нас много тревог, много нужд, много, может быть, разных переживаний. И когда ты приходишь, то невольно получается, что твое сердце наполнено какими-то переживаниями. И с этими переживаниями очень сложно, знаешь, как бы все оставить и говорить с Богом о чем-то отстраненном от твоей жизни. Вы поняли, о чем я говорю? Очень сложно. Поэтому ты приходишь, и я вам скажу, что на самом деле очень часто так и бывает. Мы приходим как во внешний двор. Знаешь, скиния, она была такой, храм Соломона. Там был внешний двор, было святилище и было святое святых. Это три отделения. Внешний двор – это было место, куда заходить могли все. Мужчины заходили туда, да. Ну, посмотрите, святилище. В святилище не могли зайти уже все. В святилище заходили священники. И было святое святых, туда заходил только первосвященник. Это как символ молитвы, но я вам хочу понятно все объяснить. Когда ты приходишь к Богу, вот ты приходишь как на внешний двор, и там какое-то движение, твоя жизнь, много переживаний. Ну что тебе делать, чтобы вот все это куда-то в сторону отложить? Я вам скажу, в самом деле бывает это сложно, но необходимо все равно взять
и какие-то вопросы, их нужно бывает доверить Богу. Доверить Богу верой. Что-то нужно доверить Богу верой. Где-то нужно поговорить с Богом о том, что да, у меня много проблем, но я хочу сейчас провести время с тобой. Я не хочу сейчас проводить время с тобой, говоря о моих проблемах. Я хочу поговорить с тобой о тебе. Я хочу отдаться чему-то другому. Вы знаете, вот мы ведь устаем от того, что мы приходим даже к Богу, и мы приносим Ему свои проблемы, мы говорим с Ним о том, как решить тот вопрос или другой, мы вымаливаем ответы какие-то. А вот вы подумайте, а вот такой ответ вымаливать от Бога, чтобы, Боже, я хочу в молитве вымолить, чтобы Ты свою печать на мне поставил, чтобы Ты был ближе ко мне, чтобы я тебя познал больше, чтобы я стал человеком, который стал любить тебя сильнее. Ведь мы часто даже не знаем, любим мы Бога или нет. И чаще всего так получается, что неизвестно. И чаще бывает, что даже и не любим. Мы приходим больше к Нему из-за нужды. И мы Его любим почему? Когда Он нам дает ответы, когда Он нас благословляет. Ну, мы тогда такие, нам кажется, что мы любим Его. Но если вдруг ответа нет, наше сердце равнодушное. И вот знаете, братья и сестры, где-то вот у Бога тоска по нам. Ведь Он сотворил нас для общения. Он хочет, чтобы мы с Ним дружили. Почему говорится в 13 главе, 13 стихом 2 Коринфянам, и говорится, что благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа, или я перевожу взаимоотношения со Святым Духом, или еще перевожу, интерпретирую, дружба со Святым Духом, да пребудет со всеми вами. Аминь. Ну, потому что, родные мои, Дух Святой, Он хочет не просто исцелять, понимаете, когда Он движется в исцелении, когда Он движется в чудесах, это все Он движется для того, чтобы послужить людям и для того, чтобы каждый человек узнал, что Бог живой, что Христос воскрес, чтобы через это люди знакомились со Христом. Но наш Господь Иисус, Он хочет с нами иметь отношения. И вот ты должен знать, что когда ты приходишь к Богу, найди время каждый день это делать. Найди время каждый день это делать. Не важно, как много. Не нужно сразу сделать так, что как будто бы ты молишься там по 5 часов в день. Послушай, дело не в том, чтобы ты молился по 5 часов в день. Ты приди просто к Богу и попробуй с Ним поговорить о Нем самом. Пусть в ваших отношениях не будет фигурировать никаких ваших дел, ничего абсолютно, ни Божьих дел, ни твоих дел, ни служение какое-то, ни какие-то вообще твои нужды и проблемы, а только ты и Он. Он мечтает с тобой поговорить. Он мечтает тебе дать откровение. Зачем? Просто так. Понимаешь, Он хочет что-то коснуться тебя, но не зачем-то, чтобы ты пошел и там творил чудеса, а для того, чтобы коснуться тебя, показать свою любовь. Христос, Он хочет общения с нами посредством Духа Святого. Он хочет, чтобы у тебя все было по-другому. Я вам скажу одну вещь. Мы будем терзаться, и сколько бы Бог ни дал нам ответов в жизни, мы не найдем покоя, пока мы не найдем Бога. Пока мы не поставим правильные цели. Вот сегодня я бы сказал пункт один. Это поставь самую правильную цель. Поставь правильную цель. И эта цель сегодня пусть станет твоей жизнью. Вот сегодня на этом собрании. И эта цель – познать Христа. Познать Христа. Когда на весах у тебя, знаешь, вот здесь ты можешь вымолить себе машину,
А вот здесь ты можешь вымолить себе познание Христа на чуть-чуть. И вот когда для тебя настолько будет неважна эта машина, настолько неважно будет все то, что очень важно, что ты скажешь: я буду только за познание Христа молиться. Я хочу тебе сказать, тогда это познание будет тебе дано. Мне кажется, что многие из вас, вы мечтаете о том, чтобы иметь с Богом реальные отношения. Правда или нет? Ой, спасибо. Но, чтобы иметь реальные отношения с Богом, есть цена. И эта цена часто, знаете, какая? Это пожертвовать даже чем-то, что ты мог бы получить от Бога. Апостол Павел говорит: ради Христа я все почитаю за сор. Вы хотите, я научу вас все-таки за несколько минут тому, чему смогу? Научу вас приходить к Богу. Послушайте меня, друзья, тогда слушайте. Все начинается с того, что ты выстраиваешь правильные цели перед молитвой. Я думаю, что Бог, Он очень сильно наблюдает за тем, над чем ты размышляешь. И вот когда ты останавливаешься, просто присядешь на лавочке, где-то на улице, может, дома, сядешь на диване, там, может, будет работать телевизор, разница, и ты сядешь, возьми блокнот, ручку, и вот, знаешь, ты вот размышляешь, и чтобы ты знал, секрет в том, что когда ты думаешь, что Бог не видит, о чем ты размышляешь, Он видит, о чем ты размышляешь. И твои размышления должны быть всегда предтечей, запиши-ка, предтечей встречи с Духом Святым. Твои размышления всегда должны быть предтечей к встрече с Духом Святым. Когда ты размышляешь и когда ты пишешь: «Я хочу поговорить с Богом». Поговорить с Богом, не просить Бога, не вымаливать, не пробивать что-то, даже не ходатайствовать. Я хочу поговорить с Богом. Что Он хочет мне сказать? Что Он хочет мне сказать? Вы можете написать это у себя в блокноте? Вот так вот, что Он хочет мне сказать? Сказать. Что Он хочет мне сказать? Когда вы приходите к Господу, всегда приходите уже с каким-то намерением. Перед этим поразмышляя, настройте себя на то, что вы хотите побыть с Ним. И выходит так, что приходя к Богу, приходя с каким-то уже с каким-то настроем встретиться с Ним, встретиться с Богом. Я вам скажу, когда мы встречаемся с Богом, это настолько отличается от момента, когда ты молишься о чем-то и получаешь ответ. Ты получил ответ, ты счастлив, ты рад. Но мы все имеем этот опыт, и он самый классный. Но есть что-то большее. Это когда Дух Святой, когда Христос, Он касается тебя. По какой-то причине, когда ты получаешь ответ от Бога на любую свою молитву, у тебя реакция внутреннего такого победы, правда? Аллилуйя. Но запомните, всегда, когда ты будешь переживать, и тебя будет касаться Христос, у тебя будет чувство сокрушения внутри. Напиши это. Сокрушение внутри. Ты будешь плакать. Ты будешь сокрушаться. Запишите себе признаки этого. Один из признаков. Запишите его. Когда касается Христос, тебе все становится все равно. Весь мир теряет ценность.
все богатства теряют ценность, все достижения теряют ценность, все твои служения теряют ценность, все теряет ценность для тебя, потому что только Он тебе нужен. И кроме Него ничего больше не существует. И никого больше не существует. В Нем написана вся полнота. Но чтобы это пережить, очень часто мы должны пойти и Его искать. Потому что это не может произойти так, случайно, знаешь, по ходу. Это как момент, когда мы ищем лица Его. Ведь Библия говорит, ищите лица Его. Он говорит, ищите Меня и найдете Меня. Он говорит, ищите Меня и найдете Меня. И вот этот момент, когда ты касаешься Бога, и Бог касается тебя, в этот момент все кругом теряет вообще свою силу. После таких молитв начинается всегда, запомни, новая судьба. Амен. Аллилуйя. Сокрушенность, которую дарит Христос. Писание говорит, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа. 2 Коринфянам, я повторяю, 13:13. В этих, друзья, в этих словах скрыто очень много. Мы живем, не познав любви Отца, не пережив благодати Иисуса Христа, не имея взаимоотношений со Святым Духом. Часто вот так мы живем. Ну как, знаете, это не есть план Божий. И это не то, за что Бог нас осуждает. Нет, Он ждет нас, наоборот. И получается так, послушайте, что когда ты переживаешь прикосновение Христа, когда приходит эта сокрушенность, благодать Иисуса Христа высвобождается на твою жизнь. Это благодать, благодать, благодать. Это переживание, это как будто бы ты где-то был далеко, и вот Христос тебя простил. Христос взял, поставил тебя на пространном месте, на камне поставил ноги твои. Ты плачешь, просто сокрушаясь перед Богом. И любовь Бога Отца, она открывается тебе. Если она открывается тебе, ты никогда уже это не забудешь. Ты никогда не сможешь дальше просто вот через 30 лет забыть это и жить другой жизнью. Когда открывается любовь Отца, ты становишься человеком. Вот посмотрите, что говорится. Говорится, дети, пишу вам, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Это то, что можно познать на детском уровне, в младенчестве. Потом говорится, юноши, вы сильны, потому что победили лукавого. То есть, оказывается, познание победы есть в жизни. Услышали меня? Познание победы. И это касается не наших дел, ни то, ни другое. Это все во взаимоотношениях с Богом, где ты переживаешь победу над лукавым. И потом говорится, отцы, вы познали безначального. То есть, отца, любовь отца, она и в начале, в прощении грехов, она и в конце, в познании отцов. И я тебе хочу сказать, вот этот вот момент в отношениях, когда ты приходишь молиться, размышление предтечи. Второе. Никогда не позволь какой-то тревоге и какой-то проблеме, которая есть в твоей жизни, помешать свободе мысли, которая у тебя есть с Богом. Дьявол всегда будет посылать свои стрелы и атаковать тебя во время такой молитвы. Потому что у тебя есть проблема, у тебя есть проблема, и тебе хочется сказать, Боже, ну эту проблему, ну реши ее. Вы знаете, если бы не было этой проблемы, послушайте, дьявол бы придумал другую. Дьявол бы придумал другую, вы должны это точно знать. Поэтому не верьте никогда бесам. Всегда устраняйте все, что стоит на пути ваших
отношений со Христом. Поставьте себе цель, чтобы Господь поставил свой отпечаток на вас. Поставьте себе цель, чтобы у вас с Ним что-то завязалось. Это ваши отношения. Вы знаете, что ваши отношения с Богом, их никто и никогда не сможет повторить. Это как отпечаток пальца. Он один. То, что будет между вами и Богом, не будет больше никогда ни у кого. Сатана покушается на вашу индивидуальность, на вашу оригинальность, на ваши отношения с Богом, которые неповторимы. Не дайте ему украсть это. И вы должны знать, что то, как вы будете это делать, возможно, это будет коряво, неправильно вам казаться. Возможно, это будет тупо. Вы будете сидеть и глупые вещи говорить Богу. Вы знаете это или нет? Просто сидеть вот так и не знаю, что говорить. Вы будете просто... У вас будет на языке, в голове какая-то, на ваш взгляд, глупость. Но именно эту глупость ждет Бог. Потому что пока мы все контролируем, пока мы мудры, мы все еще держим под контролем отношения с Богом. Но когда приходит момент, и ты, может, задаешь глупый вопрос, или ты говоришь какие-то глупые высказывания, и на твой взгляд глупые, но для Бога они ожидаемые. Для Бога они важны. И я вам хочу сказать, родные, нужно сегодня вам, каждому знать, что приходите к Богу. Внимание! Только одним методом можно прийти к Богу. Только одним методом. Вы готовы это услышать? Он говорит, если вы не станете как дети, не можете даже войти в Царство Божье. То есть вы должны настолько убрать всю свою мудрость, опыт и в молитве быть как дети. Как дети. Скажите, дети. А вот дети, вот скажите, они отличаются от взрослых или нет? Очень сильно, да? Скажи, я дитя. Вот заметь, Библия нас называет детьми Божьими. Удивительно, правда? Детьми. Когда вы приходите молиться, если вы будете доверять как дети, если вы будете разговаривать как дети. Да, я учу таким вещам, которые, знаете, вот вроде не мудро звучат. Разговаривать как дети. Да. Это ваша тайна с Богом. Вы будете плакать как дети потом. Самые богатые вы будете выходить из вашей молитвенной комнаты. Потому что вы будете богаты Богом. Он будет приходить к вам. И вы будете выходить с Ним. Итак, я подчеркиваю некоторые вещи, потому что я все хочу подойти к чему-то. Послушайте, когда речь идет о том, чтобы мы начали посвящение в своей жизни, самое первое, самое главное – это самому Христу. Это познанию Его. Вы должны знать. Уделяйте этому время каждый день. Читайте об этом в Библии. Заведите блокнот, где вы можете что-то писать. Но самое главное – когда вы приходите к Нему, каждый раз будьте верны и преданы этой цели – пережить Его. Пережить Его. Вопрос – для чего пережить Его? Кто-то отдаст мне ответ на этот вопрос? Вот этот ответ был только что классный. Потому что на самом деле цели не надо для этого, чтобы быть с Ним. Вот, вот она цель, чтобы быть с Ним. За учеников говорится, что их узнавали, что они были с Иисусом. Помните?
Вот всегда так, понимаешь, нам нужно быть с Ним. И твоя задача – это чтобы ты вышел с молитвенной комнаты не с ответом, что наконец ты вымолил победу, ты вымолил себе там какой-то бизнес, ты вымолил победу там в каких-то делах. Нет, ты вымолил самого Христа. Ты вымолил просто по милости своей Его прикосновение, Его близость. И самое важное для каждого из нас – это чтобы мы с вами во время этих молитв осветили себя для Него. Что значит «осветили себя для Него»? Что это значит? Что это значит, как вы думаете? Отделили. Отделили. То есть получается, когда я себя отделяю, вот у меня есть молитва. Смотрите. Я прихожу в этой молитве, и у меня столько переживаний. Я скажу вам одну вещь. Я не буду себя заставлять не думать о чем-то. Это невозможно. Поэтому я хочу с Богом поговорить об этом. Что я за это переживаю. Я за это переживаю. Я все это открываю Ему и говорю. Вот за все, что я переживаю. Но я хочу к Тебе. И я беру и отделяю себя. Понимаете, как это делается? Если вы будете просто насильно подавлять в себе какие-то свои нужды, проблемы, это будет неправильно. Откройте Ему все. Открывайте свои желания пред Богом. Писание говорит, но отделите себя. То есть открыли, доверили. И вот к чему я вас веду. Когда вы будете отделять себя для Него, и у вас с Ним завяжутся отношения, у вас в жизни появится другой смысл. У вас появится сила. Вы многие вещи пересмотрите. Бог даст вам свое зрение. Но одна из вещей удивительная. Знаете, какая, братья и сестры? Все, чем вы пожертвуете, Бог вам даст. Я объясню, о чем я. В 2004 году, когда я пришел молиться, моей жертвой было то, что мне нужно было отказаться от всех своих нужд. И так все выглядело, что я должен все эти нужды уже больше... Никогда я не увижу ответа на них, и никогда эти мечты не сбудутся. Единственное, я выбрал спасение людей. Всем остальным я пожертвовал. И вот вы знаете, так вышло, что все, чем я пожертвовал, Бог мне дал это в изобилии. Всегда, когда ты выбираешь Бога, и когда ты выбираешь Божье, и ты не молишься за свое. Бог, то, чем ты пожертвовал, даст тебе в 1000 раз больше, чем если бы ты это вымолил. Меня все услышали? Лучше выбрать Бога, и все остальное приложится тебе. Лучше ищите Его. Вот с этого дня, знаете, вот даже сейчас, вот мне бы хотелось, чтобы вы прямо сидя, не вставайте, немножко помолились со мной. Я хочу помолиться за вас и повести вас немножко в этой молитве. Все, кто смотрят, побудьте сейчас со мной в этой молитве. Я попрошу Духа Святого, чтобы Он вас поучил этому. Согласитесь только на то, что вы все ближайшие дни будете уделять Ему время. Именно для этого. Это единственное, о чем я вас прошу. Дух Святой. Мы нуждаемся. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Иисусе. Дух Святой.
Господь наш. Сегодня я молю Тебя, Иисус, Твоя благодать, без которой невозможно никакого движения, никакого дыхания. Без Твоей любви, Отец, сегодня я прошу Тебя, пусть милостью Твоей придет эта победа. Я молю Тебя, чтобы сегодня в этом слове была услышана Твоя боль, Твое желание, Твоя мечта встречаться с нами, общаться с нами, соприкасаться с нами. Я молю Тебя, чтобы чудо произошло, и каждый мог приходить к Тебе не за чем-то, а приходить к Тебе, чтобы побыть с Тобою. Чтобы побыть с Тобою. Я прошу Тебя, чтобы Ты с этого момента вел каждого в этом. Чтобы Ты явил свою славу. Чтобы по милости своей Ты каждому дал это милосердие Твое, чтобы каждый приходил и переживал Тебя. Братья и сестры, пообещайте Богу, что вы будете это делать. И я молюсь за вас, я верю, у меня вера есть. Я буду просить Бога сейчас, чтобы Он пришел к вам, чтобы Он лично коснулся вас. Я молю Тебя, Иисус, коснись Твоим прикосновением. Коснись. Каждый раз, когда каждый будет приходить к Тебе, все, кто смотрят, все, кто в зале, я молю Тебя, Господи, Ты коснись Твоей благодатью. Пусть сокрушено будет сердце, пусть сокрушена будет душа, пусть будет самое большое чудо, это когда Ты встречаешься с человеком. Яви свою славу сегодня, Боже, сегодня. Давайте встанем. Сегодня, Боже. Я молю Тебя о посвящении, Господь мой. Пусть сегодня будет у каждого это посвящение. Если ты сейчас уже понимаешь, что дальше по-другому не будешь, и ты даешь Богу это посвящение, ты принимаешь решение быть посвященным Богу, чтобы искать Его. Сейчас положи руку себе на сердце просто и молись со мной. О, Дух Святой, я прошу Тебя, помилуй. Пусть сегодня это посвящение, чтобы искать Тебя каждый день. Чтобы с Тобою отношения развивать, самое главное, Боже мой. Чтобы Ты был на первом месте во имя Иисуса. О, Отец Небесный, яви свою славу. Помилуй. Пусть милосердие Твое будет на каждом. Боже, я молю Тебя, великий Бог, яви свою славу. О, мой Бог, аллилуйя. Ты великий Царь, великий Бог. Сегодня, Боже, ничего дороже нет. Мы посвящаемся, чтобы искать Тебя. Мы посвящаемся, чтобы иметь познание Тебя, Иисус. Мы посвящаемся, чтобы всем сердцем, всей душой, всей крепостью возлюбить Тебя, великий Бог. О, мой Господь, возлюбить Тебя. Аллилуйя. У меня такое чувство, что сейчас я хочу помолиться за тех людей, которые как будто бы обновление какое-то переживают в своей жизни, хотят пережить. Я хочу молиться за вас на сцене прямо. Прямо сейчас. Вот просто выходите на сцену, те, которые хотят вот пережить это. Я верю в эту молитву. Пусть Дух Святой сегодня совершит чудо. Пусть Дух Святой сегодня совершит это чудо. И я прошу вас всех, кто выходит, с осознанием, что с этого момента вы
посвящаете себя, чтобы искать Его. Кто-то, он уже давно настолько занят служением, что у него молитвы все вокруг служения. Но у кого-то вокруг бизнеса, у кого-то вокруг своих нужд. Но теперь пришло время, когда нужно молиться. Нужно молиться за то, чтобы быть с Ним. Место есть, пожалуйста, проходите. О, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, я молю Тебя, Дух Святой. Дух Святой, драгоценный. О, мой Бог, аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дух Святой, прошу Тебя, Ты коснись. 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 Пусть сегодняшний день станет началом отношений, о которых Ты, Господи, мечтаешь. Ты мечтаешь о нас. Ты мечтаешь о наших сердцах. Коснись, коснись, коснись. Тач, коснись. От помазания бы сегодня распадутся все религиозные оковы. Пусть сегодня любовь и жажда по Тебе. Любовь и жажда, да изольются в сердца. Любовь и жажда, да изольются в сердца. Любовь и жажда, да изольются в сердца. О, мой Бог, Рома Соло Рабра Багасан, Талара Брабагада Ласан. Любовь и жажда, да изольются в сердца, мой Бог, Росоло Рабра Багащи. Любовь и жажда, да и зальются в сердца, мой Бог. Любовь и жажда, да и зальются в сердца. О, мой Бог, мой Бог, мой Бог, мой Бог, мой Бог. Лосоло рабра багадала сантала рабра багащитала сантала рабагая. Боже, 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 Боже. Можно орган сделать? Лосоло рабагащита, лосонтоло рабагащита, лосонтоло рабачита. О, мой Бог, рассоло рабра багадала рабащита, лосонта. Боже мой, Боже мой, яви свою славу, яви свою славу. Яви свою славу, великий Бог, и пусть сотворятся чудеса в наших сердцах. Пусть сотворятся чудеса в наших сердцах, великий Бог. Можно погромче, Гарган? О, мой Бог, Рамасанта Лара Багащита Лосанда. Боже, 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 Боже. О, мой Бог, аллилуйя, 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 аллилуйя. О, Рарабасанта Лосанта Ладыша. Лосан до лосан. Господь мой, тач. Лосан до лара багада лара багащи до лосанда. О, мой Бог, Рамасан, лара багада лосанда лара багада лара багащи. Боже, любовь Твоя, любовь Твоя, любовь Твоя. Любовь Твоя, мой Бог, Рома Соло, Рабра Багадала, Рабра Багадала, Рабра Багадала, Рабра Багадала, Рабра Рабра Багадала, 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 Рабра Боже мой, Боже мой, давайте все поднимем руки. Господь мой, Бог мой, сегодняшний день мы делаем этот шаг посвящения. И все, кто в эфире, все, кто вместе с нами делает этот шаг посвящения, чтобы искать Бога, чтобы в личных отношениях с Богом, в них быть в приоритете. Это приоритет номер один. Вместе с вами я молюсь. Господь мой, Бог мой, благослови каждого. Укрепи каждого, Господь.
яви чудо Твое, аллилуйя! О, великий Бог, спасибо Тебе! Спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе! Я благословляю каждого человека, Боже, каждого человека. Пусть благодать Твоя, Иисус, благодать Твоя, Иисус, пусть она изольется мощным потоком. Любовь Твоя, мощным потоком, Боже, и любовь, Отец Твоя, мощным потоком. О, Дух Святой, и дружба с Тобою, Господь мой, отношения с Тобою, пусть сегодня они обретут самый сильный смысл, Господь мой, который тайный, глубокий в отношениях с Тобой. Я молюсь, Господь мой, чтобы зародились сокровенные отношения с Тобой у каждого. Сокровенные отношения с Тобой у каждого. Сокровенные отношения с Тобой у каждого. Во имя Иисуса. О, мой Бог. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И благослови нас, Боже. Благослови нас, Господь. Я молю Тебя. Посмотрите на меня все. Я верю, друзья, и я говорю всем, кто в эфире. Послушайте, я верю, что у вас с этого дня зародятся отношения с Богом, которых у вас не было. Вы вспомните мои слова. Только сегодня же вам нужно это сегодня сделать. Вам нужно применить, уделите. Я вам говорю, не поверите мне, если скажу сейчас. 10 минут уделите, и вы увидите, как Христос коснется вас. Вы увидите начало. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пожалуйста, Оксана, я просто благословляю каждого сейчас, каждого человека. Аллилуйя. Давайте просто прославим Бога и поблагодарим за все, что Он сейчас совершал и еще совершит в жизни каждого из вас. Давайте воздадим Ему громкую славу и хвалу.